Уважают ли мужчины девушек, которые спят с ними на первом свидании? Я бы не судила по этому пунктику, потому что бывают разные обстоятельства, бывают разные эмоции, разные первые свидания. Уважают ли мужчины женщин, которые спят с ними на первом свидании, и наоборот? Ну, думаю, те, кто спят с мужчинами на первом свидании, это все-таки как-то не женщина, может, это какие-то девушки, эскорт-услуг, я не знаю, потому что у меня такого не было, я на первом свидании никогда не занималась сексом с мужчиной. Я считаю, для мужчины главное у девушки скромность, чтобы девушка была загадкой, чтобы постепенно он ее узнавал, то есть самое сладкое на десерт. Да им, наверное, все равно. Думаю, нет. Они считают их легкомысленными и несерьезными. Я не мужчина, не могу судить, но, как по мне, нет. Нет. Скорее нет, чем да. Не уважают, нет. Процитирую Кэрри из «Секс в большом городе», что неважно, ты ему дала на первом свидании или не дала на 30-м, да? То есть, если ты ему нравишься, то все. Нет. Ну, в принципе, не знаю, как уважение, но я считаю, что это неправильно. Я думаю, что отношения, которые развиваются настолько быстро, настолько же быстро и заканчиваются. Не то чтобы не их ценят, но это как маленький трофей в их коллекцию. Я считаю, что это только доступные девушки, которым смогут там переспать с кем-то на первом свидании. Я считаю, ну, это нормально. Ну, вообще, это смотря какая девушка. Если девушка так себя позиционирует, да, то нет, и он знакомится с ней только ради этого. А если же это происходит на каких-то, да, общих чувствах, да, то есть... Может быть, это и не влияет такой большой, смотря какие цели, как не желание. Я не знаю, это такой вопрос интересный. Это вообще все настолько относительно. Какая разница, там, первое это свидание или 21-е? Это зависит от желания людей. И тем более в наш век раскрепощенности и свободы. И... Ради бога. У всех людей, у мужчин в частности, у них есть определенная там ментальная база своя, да, и как его воспитали родители, может он считать эту девушку распущенной, а может считать это просто нормальным каким-то явлением. Поэтому все относительно.